Приветики, господа, с вами я, ваша любимая Сашка Плей, и сегодня я буду играть в Friday Fun. Я выберу русский язык, потому что русский мой самый любимый язык. Доки-доки, литературный клуб. Это хоррор. Какая веселая музыка, какая игра. Видели, кто не видел мою серию, вот, например, не могу, вот, ну, вот тут. Вот тут, кстати, оно вот тут окажется. Вот тут, кстати, вот тут, да. Это мы уже видели, Моника. Ты нас не проведешь уже.
Ты нас не приведешь, Моника, уже. Мы уже тебя... Вот так никак больше не помех. Скрипит. Вперед, девушка! Мы вернемся к пению, хорошо? А вот все мои звуки вокало. Ой, она. И давай не беспокойся о ней. Ладно. Ну уже у меня есть очень разные вещи, которые я хочу спустя. Ну, господа, этого не было! Этого не было! Я не знала, что есть еще перевод! Я просто скачу внизу его с переводом. Так сложнее, скажите. Сложнее, но... Я сейчас вернусь. Наконец-то. Наконец-то. Повернулся к ошибок. Я опять влила в чужую личную жизнь. Теперь я оставлю тебя в покое. А ты меня не оставила в покое, Моника. Ты меня... Отлично, наконец-то. О, вот это сложняк был. О, здравствуйте. Ну, хоть вперед. Так это ты украл мой микрофон? Тут мальчик с голубыми волосами дал мне его, когда я поела здесь. Не знаю, кто его взял. Я даже не знаю, как он тут оказался, если честно. И что же случилось после вашего неприятного дела? Я избавилась от себя. Временно это то, что я умею делать, но это долго не стоит. Я вот его девушки, старые привычки, не избавилась от этого. Как ты от их у девушки избавилась? Как? Я думаю, ты очень разбудила. Еще раз. Последнее слово, что, конечно же, сложняк. Мы будем играть на сложнике. О! Они появились в каком-то месте. О! Сайори, Нацуки, Сайори, Нацуки и Юри. Откуда они тут забыли? Это получается какой-то прикол. Мы, получается, играем? Похоже, у нас гости. Серьезно, Сайори? Ты привела в клуб парня? Хей, я не ожидала новых членов. Мы ведь даже не росли клубники или слабенькие. Ну что ж, Нацуки, у нас теперь есть и новенькая девочка. Пустые глаза. Хе-хе, если я вам сделала, что-то нравится.
языке. И я бы попросила Юрия сделать чай. Нужно бы записать на потом сделать чай вечером для клуба. И потому что ты настолько была рада, но Вася что даже не спросила их имена. А, точно, давно мы не виделись. Это я, твоя подружка Софирка Плей. Я ожидаю тут что-то поиграть от хорошего. Видите, это не так уж и трудно, совсем не трудно. Наоборот, очень весело. Хи-хи-хи, хорошо справилась. Радостный жест. Бит! А, я так счастлива, что вам понравилось проводить время в клубе. Подолго проводиться тем, что у вас здесь все яркие вещи. Это мы. Блин, две песни. Быстрее, я на голове буду опаздывать. Отлично. Так, где уже? О, Моника и Сэмпай. Как прекрасно выступил, я знала, что у тебя есть талант. Все думал, он это не видит.
знать, я люблю сложнее. Давай звуки. И там еще Юли. И там еще в конце что-то там будет. Хорошо, увидели. В общем, мы вам не рассказали, это мы не поможем. Хе-хе. Эй, я слышу твой смех. Залежи! Просто я представляю, как ты это делаешь. Очень милая картина сложилась у меня в голове. Помолчи-ка! И не называй меня милой, я не милая! И не стоило ничего рассказывать! Давайте просто начнем. Я буду так милой. Я знаю, откуда я буду заниматься. Вам это помрёт, да? А, ну мне это помрёт, да? Озвучу буду. О. А, ну что, смог поспеть со мной? Хихикает. Где боска? Хватит меня милый называть! Я не готова! Мальчишка, как называть меня милый? Это еще больше смущает! Кто? Единственный мальчик здесь на цене. Ну, я давно хотела бы пригласить на своего хорошего друга. Но, скорее всего, этот глупыш приводил бы. Я не знаю, что нужно пробовать что-то новое. И считаю, я лучше не только такую музыку, под которую мы пели. Если кто-то не знает, кто, как перейти ожидание, то это я. Вырубай уже! 3, 2, 1. Yeah.
дядя Юрий, да? О! Эти девочки, когда они станут спонсорами? Так, что я? А почему? Спонсорами тебя видишь? Саяри типа порадовалась. Ух ты, что-то. Я не буду читать, потому что слишком много. Ой. Я думала, что будет длиться вечность. Эта песня. Я думала, что я на карате не пойду. А знаю, что... Пожалуйста, Юрий, только не пей свои страшные песни. Пожалуйста, Юрий. Если ты споешь одну страшную песню, то я... Такая она посмотрит, то нет, мне кажется, понимает, не. Хи-хи-хи, это хорошая, о господи, Доги, я знаю, Юрий, я играл в Доги литературный клуб, эта игра не знает. Она не знает, что я знаю эту игру лучше, чем она меня знает. И главное не умеет, если я не буду, а я пытаюсь пить за эти. Просто такая, не пей, хочу. Я знала, что такое произойдет.
рожу. Почему мы должны останавливаться? Это тебе как они Понятно, Моника, спасай их. Моника! Моника! Моника, как ты? Моника! 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 Это работало. Моника! И меня выбросило из игры. Меня напросто просто выкинули из игры. Моника, ты что сделала? Ты зачем меня выкинула из игры? Меня просто выкинула нафиг с игры. Значит, что ты это сделала, Моника? Так, теперь тебе придется ждать, пока мне загрузится игра. Это прям как топ-файл, блин. Это ужас какой-то. Пацану придется переходить. Эту тупую игру. О, здорово, Моника! Боже, конечно, но потом буду будет финалочка. Отлично, я дойду туда. Я дойду туда. О. Thank you.
Чистое прям попадание, прям, да? Офигеть, его. Ты меня любишь, значит? Здорово! Вот чувак будет на нас на фестиваль. Вот мне вот интересно. О, это я? А это не я. Вот, вот это я. Вот так вот главный герой вот так выглядит. Если бы была тут девочка, то вы поняли, да? О, фестиваль. Господа, было просто носки. Я выбирала пацаны носки постоянно. Я меня не хотела выбирать пацана Юри. 3, 2, 1. Погоди-ка! Где-то я эту песню слышала. На самом деле, это Friendly Funny Female! Думает, что я не узнала эту игру. Я не узнала эту песню, я узнала эту песню. И это таки песня. Господа, это таки песня. Это таки. Что украл вместе с Таки? Она думала, что я... Игната думала, что я не узнала эту музыку. А эту я не слышала. Это в каком-то моде? Ну-ка, суки, давай. Подружка, давай. Я не помню.
могу, я не выдерживаю время. Заюрим! Заюрим! Она сейчас будет петь какую-то фигню. Я узнаю эту песню! Всем вами увидимся в следующей серии! Юля мне помешала! Нет!